А на первом татами Мурат Чопанов выигрывает свою очередную встречу. Выигрывает у дзюдоиста из Азербайджана Гусейнова Эльчина. У нас пока не ясно, кто будет здесь победителем. Свой коронный прием попытался провести Абдулджалилов. С таким обманным движением заходил на спину, но остановил его соперник и не дал развитию атаки. Вот остановился Абдулла, остановился, можно сказать, даже расслабился и наказан за это. Наказан Минков Дмитрий, воспользовался моментом и ответил атакой на атаку и настолько успешно, что получает оценку ИПОН. Так проигрывает Абдулджалилов.